Здравствуйте, друзья. Поставьте, пожалуйста, плюсики в чат, как меня слышно, видно. Есть ли звук? Давайте проверим. Так, что-то пока никто не подключился. Есть кто-нибудь из участников? Обозначьтесь, пожалуйста. Так, Валентина Смирнова. Валентина Михайловна, как меня слышно? Есть звук? Так, приветики пошли, плюсики пошли, замечательно, значит, меня слышно. Так, сейчас я настроюсь. Блин. Что-то тут пруфми изменения какие-то произошли. Разобраться надо. Так, сегодня мы будем разговаривать о секретах и лазейках, которые помогают нам экономить, максимально экономить свой бюджет. Вебинар предназначен в большей части для новичков, для тех, кто недавно подключился к компании. И кто еще мало знает, что здесь хорошего, в чем выгоды. И сегодня я об этом расскажу, как максимально выгодно использовать акции компании. Поговорим о секретных способах экономии в онлайне, в магазине. Так, меня видно вроде нормально. Узнаем, почему миллионы людей выбирают именно компанию Faberlic. Мы узнаем целых 8 секретных лазеек, которые помогут нам максимально сэкономить на наш бюджет. Мы узнаем, откуда берется качество, почему качество в компаниях прямых продаж в разы выше, чем в компаниях обычных или в обычных магазинах. Узнаем, как вообще не платить за продукт, то есть что такого можно сделать, чтобы получать продукт и при этом не платить за него деньгами, просто пользоваться им бесплатно. Также в конце этого вебинара я расскажу одну историю Даши и Анны о том, как Даша умудрилась вот все эти акции проработать, разобраться с ними и пользоваться продукцией, как я уже сказал, бесплатно. И историю Анны, которая все испортила. Но как она это сделала, в общем, я расскажу в конце. Давайте обо всем по порядку. Коротко обо мне. Меня зовут Виктор Отверченко. Я старший директор компании Faberlic. Уже несколько лет работаю совместно с компанией. И последние 2 года я занимаюсь в онлайне. Работаю только удаленно. И мои контакты видите на экране. Можете подписываться в Instagram, либо обращаться в WhatsApp, если у вас вдруг возникнут какие-то вопросы. С радостью я на них вам отвечу. Коротко о компании Faberlic. Компания уже 23 года на рынке. Сегодня мы поговорим о том, почему она так долго, как она умудряется не только удерживаться на плаву, но и постоянно расти даже в условиях такого кризиса, да, не сказать, что тяжелого, но тем не менее время непростое. Развивается сегодня компания, присутствует в 42 странах, более 10 миллионов пользователей, более 15 направлений уже и более 8 тысяч наименований или даже больше, я уже со счета сбился, ну, в общем, огромный ассортимент и высокое качество при доступных ценах. Продукт доставляется напрямую покупателю, в чем, собственно, главное отличие, да, нашей компании от других магазинов. Что такое прямые продажи и в чем отличие от обычных супермаркетов? Давайте начнем с этого, коротко разберемся в 2 словах, в чем преимущество, почему не пойти в обычный магазин и не купить там, да, то есть зачем компании прямых продаж, сетевой маркетинг, что в этом такого необычного. Смотрите, производитель, в данном случае компания Faberlic, напрямую реализует продукт покупателю. Когда вы покупаете продукт в магазине, что происходит? Производитель произвел продукт, сделал вагон, там, например, зубной пасты или стирального порошка, или там средства для мытья посуды, там, не знаю, без разницы. Произвел вагон продукции.
и продал этот вагон крупному оптовику в Москве, например. Крупный оптовик купил этот вагон, ну, для примера возьмем, там производитель за 20 рублей одна единица продукции стоит, да, продал оптовику крупному. Крупный оптовик купил, разделил на 4 там с КамАЗа, ну, в смысле фургона, и продал по 40 рублей мелкому оптовику. Мелкий оптовик этот товар принял, привез на склад, продал магазинам там в регионы по 80 рублей, да, к примеру, уже там по 70. И в магазине на прилавке покупатель купил по 100 рублей. То есть покупатель заплатил 100 рублей за единицу товара, а производитель с этих 100 рублей получил только 20. Все остальные ушли на, собственно, на всю вот эту цепочку, да, на рекламу, на посредников и прочее. А в случае с прямыми продажами производитель, вот Faberlic, произвел продукт, продал его за 100 рублей и все 100 рублей взял себе. То есть это его чистая прибыль, он ее полностью себе получает. Поэтому он может повышать себестоимость продукции, производитель. Да? То есть если в обычном магазине, производя продукт за 20 рублей, мы решили сделать его чуть-чуть в себестоимость, там зубную пасту, например, добавили туда фосфор, и он стал на 5 рублей дороже, то в конце этой цепочки товар станет дороже уже на порядок, и на прилавке магазина человек придет, покупатель посмотрит, скажет, зачем мне покупать там уже за 150 зубную пасту, когда вот они все есть за 100. Да? А в компании прямых продаж производитель получил 100 рублей, то есть он может сделать себестоимость не 20, а 30, 40, 50 рублей, продать также за 100, потому что он прибыль получает всю себе. Отсюда вывод, то компании прямых продаж могут повысить качество продукции и повысить их в разы. Об этом сегодня еще поговорим. Соответственно, на фоне вот этих выгод мы получаемся вне конкуренции. То есть нет конкуренции на полках магазина. Да? То есть почему? Если мы сделали ту же зубную пасту, добавили туда какие-то микроэлементы, которые делают ее более эффективной, но при этом более дорогой, при прямом общении с клиентом мы об этом факте можем сообщить клиенту напрямую, что наша зубная паста, она более эффективна. То есть вот вы можете сами попробовать. Когда человек приходит в магазин, и перед ним стоит целая полка этих зубных паст различных, он просто выбирает самую красивую или ту, которую уже пользовался, да, и от того, что мы ее сделаем более дорогой по себестоимости, не гарантирует того, что ее начнут покупать. А когда мы напрямую обращаемся к покупателю, то у нас есть возможность донести до него всю вот эту эффективность нашей продукции. Себестоимость, как я уже сказал, выше, да? То есть также мы можем рекомендации друзей использовать, потому что мы сами попробовали, мы порекомендовали друзьям, друзья верят нам, потому что мы общаемся, да, и нам нет смысла обманывать, и это вызывает доверие, соответственно, и приходят новые покупатели. Отсутствие подделок тоже очень важный фактор, потому что в магазине, вот во всей этой цепочке посредников, привезли им там товар, да, что привезли, то и продают. Привезли партию там духов, например, Шанель номер 5, кто их разливал, может быть, это был узбек номер 6 в соседнем подвале где-то или откуда, то есть нет гарантии. В случае с прямыми продажами, то есть Faberlic сама доставляет, сама производит, сама продает, то есть гарантия есть всегда того, что это именно тот товар, который заявлен на упаковке, в каталоге и так далее. Также нет затрат на рекламу, нет посредников, что дает дополнительные преимущества в цене, то есть дополнительные возможности снижать цену. И также компания, получая всю прибыль себе, имеет возможность делиться частью этой прибыли, то есть не отдавать ее посредникам, а делиться со своими клиентами, которые приходят в компанию, которые помогают делать прибыль, да, то есть приносят свои деньги, часть этих денег компания может им вернуть в знак благодарности. Ну и, конечно, рекомендации – это главный двигатель продаж в прямом компаниях сетевого маркетинга. И сегодня важно понимать, что обязанности, которые, ну, еще в недалеком прошлом использовались, да, какие-то обязательные закупки, они ушли в прошлое.
Сегодня в тренде поощрения, да, то есть когда человек приходит, за это его поощряют, за то, что он делает покупки, если больше делает покупок, его больше поощряют. То есть обязательные закупки ушли в прошлое, их нет. Вы просто пользуетесь магазином, покупаете, и за то, что вы, как я уже сказал, делаете больше покупок, соответственно, вам компания делает больше поощрений. Почему раньше был обязательный план покупок? Потому что на рынке было меньше конкуренции, да, и можно было создать такой ажиотаж, что компания действительно продавала какой-то уникальный продукт, которого не было у других, да, это кислородная косметика в нашем случае. И ценность была в том, что чтобы ее получить, нужно было еще как-то заплатить за регистрацию, там какие-то условия выполнить, иначе ты ее не получишь. Сегодня все изменилось, сегодня огромное количество товаров на рынке, и ну, не удивишь никого уже ничем. Человек просто скажет, ну, не дадите вы мне там, или что-то будете заставлять, я пойду и конкурентов куплю что-нибудь наподобие. Может, не то же самое, но тоже неплохой какой-нибудь товар. Все это прекрасно понимают, поэтому обязательства ушли в прошлое. Ну, глупо. Естественно, в какой магазин вы пойдете, да, то есть вы пришли в магазин, и вас заставляют, или будешь у нас покупать там сразу ящик, или мы тебе ничего не продадим. Естественно, вы развернетесь, пойдете в другой магазин, где вам продадут без ящика. Поэтому сегодня обязательств никаких нет. Сегодня на смену пришло поощрение. То есть для того, чтобы привлечь покупателя, чтобы он пришел именно к нам, а не к кому-то другому. Компания составляет целый план различных акций, поощрений. И сегодня мы с ними, сейчас перейдем, начнем с ними разбираться, что это за поощрения, как их использовать с максимальной выгодой. И, соответственно, компания понимает, что чем больше покупателей, чем больше люди приходят и покупают, ну, чем больше средний чек, тем больше прибыль компании. И, соответственно, чем больше прибыль компании, тем больше частью она может поделиться, больше денег может вам вернуть, да, больше поощрений для вас сделать. И, соответственно, давайте разберемся, какие выгоды предлагает нам компания, как их использовать максимально для, ну, максимально эффективно. Выгода первая – это то, что компания получает всю прибыль себе и делится частью прибыли с вами. Ваша прибыль в том, что директор магазина, вот вы представьте, пришли в магазин, да, директор вам говорит, давайте вы будете нашим постоянным покупателем, вы будете у нас регулярно покупать продукцию, соответственно, мы будем получать больше прибыли, и частью этой прибыли мы будем делиться с вами, потому что хотим, чтобы вы с нами дружили, а мы с вами. И вот компания сразу дарит вам скидку 20%, чтобы вы попробовали, ознакомились с условиями, ознакомились с продуктами, оценили качество, сразу уже вам 20%, ну, при условии как бы залог, да, доверительный. Плюс компания постоянно улучшает качество, как я уже сказал, получая всю прибыль себе, да, увеличивая себестоимость продукции, компания имеет возможность вкладывать в разработку, в улучшение качества, в лабораторные какие-то исследования, совершенствование своей продукции, да, то есть постоянно над качеством работы ведется. И товар более дорогой по себестоимости компания делает по цене обычного. Вот, ну, например, солнцезащитные очки, да, взять вот этим летом у нас была шикарная, крутая серия очков, женских, мужских. И в чем отличие было этих очков? Пришли вот к офтальмологам с нашими очками и сказали, попросили проверьте вот на ультрафиолетовую, ну, способность защищать, да, то есть в чем главная ценность солнцезащитных очков, не этих, а от солнца, которые. Мне проверили, сказали, что да, действительно очень высокая степень солнцезащиты, и подобные очки в магазинах стоят порядка 10-12 тысяч, ну, такие же по качеству. Ну, можно найти, конечно, подешевле, на заправках более-менее сносные, в районе там тысяч, ну, полутора, двух-трех. Либо вы можете взять, то есть, по Берлик я эти очки солнцезащитные купил за, там, со скидкой 600-700 рублей. При этом качество у них такое же, как у очков за 12 тысяч рублей, да. То есть вы, в принципе, можете пойти на базаре купить очки за 600 рублей, но они тогда не будут такого качества. Компания Faberlic делает
качественные продукты, но по цене они как в обычном магазине. Вот это главная особенность и главная выгода. Ну и дополнительная скидка, как я уже сказал, 20%. Выгода вторая. Это ваш подарок за первый заказ. Шикарнейшая акция. Поставьте, пожалуйста, плюсики в комментариях. Кто считает, что это действительно крутая акция, то, ну вот, ни в одном магазине такого нет. Вот, если вы со мной согласны, плюсики поставьте в комментариях. А в чем акция заключается? За то, чтобы вы попробовали наш продукт, компания дает вам подарок. Плюсики пошли, отлично. Компания дарит вам подарок, как бы, ну, говоря вам, что мы убеждены в качестве своей продукции. И мы знаем, что если вы попробуете, то вам не будет нужды уже где-то брать в другом месте, в обычных магазинах, да, потому что по сравнению с обычным товаром качество в разы выше, и это прям заметно и очевидно. И чтобы вы могли себе вот попробовать, да, то есть убедиться в этом, мы дарим вам подарок. То есть делайте покупку первую, и мы вам в подарок, вот каждый каталог подарок меняется. Сейчас вот, например, идет у нас кварцевый массажер для лица. Стоимость его в каталоге 1499 рублей. Он достанется вам в подарок. То есть делая первую покупку, вы его резервируете, и в следующей покупке вы его получите бесплатно. Шикарнейшая акция, просто великолепная. И вторая выгода. Третья выгода – это акция Faberlic Like. Не так давно у нас запустилась. Тоже 70% на один продукт. Любой самый дорогой, ну, кроме одежды и аксессуаров, вы можете приобрести по этой акции. То есть эта акция для кого? Для тех, кто становится постоянным покупателем. Что такое постоянный покупатель? Покупатель постоянный – это человек, который регулярно делает заказы. Да, то есть компания как бы договаривается с вами. Давайте так, вы у нас вот будете регулярно брать, тоже, ну, представьте, вы в магазин приходите, да, и вам вот директор говорит, мы вот заметили, что вы каждый, там, ну, каждый какой-то период, каждый месяц приходите и делаете у нас покупки. Для того, что вы делаете их регулярно, мы решили вот вам сделать такой подарок, и каждый месяц можете выбирать один продукт из ассортимента магазина и брать его со скидкой 70%. Причем представьте, что вы пришли в торговый центр, в котором есть и продуктовый супермаркет, и магазины одежды, и косметика, да, там магазины, да, то есть обычно как в супермаркете, много разных там бутерков в торговом центре, да, разные магазины. И представьте, вы в супермаркет пошли, еды взяли, потом зашли в другой магазин, купили там платье себе, к примеру, а потом зашли в Летуале, вам говорят, вот вам, вы в тех магазинах покупки делали, мы вам за это в подарок крем, который стоит 2500 рублей, отдадим со скидкой 70%. Сколько это будет? Вот давайте я сейчас посчитаю. Для примера 2500 минус 70%. 750 рублей. Это вообще круто. Вы понимаете, что вы получаете крем, который стоит 2500, всего за 750 рублей. Вот это вообще ошеломительно просто. Я не знаю, ну как этим можно не воспользоваться. Нужно просто прямо сейчас начинать делать покупки и использовать эти все выгоды. Чуть позже сейчас мы посчитаем, сколько можно сэкономить. Вот если все эти акции объединить, вы просто будете в шоке. Но при условии, что постоянный покупатель, условие простое, достаточно всего один заказ делать на 1000 рублей в каталог, и все, и вы участвуете в этой акции. 70% скидка на любой продукт – это просто фантастика. Далее, небольшой расчет. Смотрите, вот уже даже по трем акциям, мы еще даже до половины не дошли, я еще не все вам рассказал, но уже сейчас можем посмотреть, сколько мы можем сэкономить на вот этих даже минимальных, базовых вот этих предложениях. Смотрите, первый заказ у нас, для примера, я взял просто 1990 рублей в ценах каталога. Сразу мы получаем скидку 20% и платим за него 1600 рублей. Второй заказ просто минимальный, 1200, тоже минус 20%.
Платим за него 960 рублей, и при втором заказе, как я сказал выше, получаем в подарок, ну вот, кварцевый массажер. За 1499 рублей он стоит в каталоге, но вам он достается за формальный рубль, то есть по факту бесплатно. Что итого получилось? Первый заказ мы взяли товаров на 1999, во втором заказе взяли на 1200, на 1400 нам дали вообще бесплатно. И по факту мы заплатили 2560 рублей. А товара взяли на 4900... Господи, заговариваюсь уже от счастья, видимо. Взяли товаров на 4698, а заплатили 2560. То есть ваша выгода... Компания за вас 2138 заплатила сама. Делайте выводы. Третий заказ вы делаете, для примера тоже взял 1599, просто, ну вот просто цифру взял, да. Плюс вы, например, взяли белковый коктейль, 2800 его цена, черная в каталоге. Итого 4399 вы взяли товаров на эту сумму. Но минус скидка 20% на товары, которые вы взяли, и на коктейль по акции Faberlic Like, так как это третий заказ, то вы уже начинаете, вступили в эту акцию и можете взять один продукт со скидкой 70%, вы берете его не за 2800, а 2800 минус 70%, сколько будет? 840 рублей. Итого, в третьем заказе вы купили товаров на 4399, а заплатили 2119, 2280 ваша выгода. Дальше будет еще больше. Это я еще не все вам рассказал. Смотрите, для тех, кто говорит, что у меня все есть. Часто людям предлагаю каталог, бывает такое, что говорят, да у меня все есть, я не знаю, что купить. У меня легкий шок возникает, я просто даже вот слов не нахожу. А как можно не знать, что купить, когда в ассортименте Faberlic, смотрите, у нас что есть? Бытовая химия, да, то есть товары для дома. С этим все понятно, я думаю, что очевидно, что уже сказал, что качество в разы выше, да, то есть цена такая же, как в магазине. Я не знаю, зачем покупать в магазине, допустим, Фейри, да, взять, то есть Фейри, он в Европе запрещен, потому что это яд. А да, он хорошо отмывает, да, он недорогой, но он яд, его нельзя в пищу использовать. И в Европе там стандарты качества высокие, там запрещено в магазинах продавать такие низкокачественные продукты, чтобы только подешевле. А в России можно. И поэтому в России продаются, да, то есть. А компания Faberlic, она делает продукты по евростандартам, то есть которые намного более такие требовательные, да, то есть эти стандарты. Но по цене такие же, как в магазинах, вот тоже там Фейри, Мифы, там, не знаю, прочее. Смысл, да, то есть вот я не понимаю. Ладно, едем по вопросу. Бытовая химия. Есть товары для дома, товары для кухни. Косметика кислородная, запатентованные технологии. Там Франция, Италия, Германия, со всеми там разрабатываем. Подарки в каталоге есть, одежда, нижнее белье Флоранж, это вообще отдельная история. Когда девушка одевает нижнее белье Флоранж, у нее под одеждой видно, что на ней качественное белье. При этом стоимость белья Флоранж, ну, там в районе 2-5 тысяч, в магазинах такие аналоги минимум в 2-3 раза дороже. Это, ну, вот Флоранж, это... французское, там, итальянское качество, это делают дизайнерские там специалисты такие, что при этом цена, ну, просто смех, я не знаю, просто вот после вебинара сразу, там сейчас вот распродажа как раз, бегите, и пока не разобрали, просто налетайте. Медтехника, товары для здоровья, я не знаю, сейчас тут все жалуются, что у нас пенсионный возраст начинается позже, чем заканчивается жизнь, да, там 60 лет у большинства людей. Ну, вы здоровьем своим займитесь, вам компания предлагает. Мне когда говорят, там, пандемия, вирусы, я говорю, не знаю, не слышал, я как-то не в курсе. Здоровьем надо заниматься, понимаете, все это есть, вот сейчас расширяется ассортимент, вы каталог полистаете, посмотрите, что компания дает, такие продукты,
Так иммунитет защищают, поднимают, там все есть. Внимательно просто почитать надо. Декоративная косметика, товары для домашнего спорта, функциональное питание, белковые коктейли с американскими ведущими разработчиками делали совместно. Просто фантастический продукт. Такой там ассортимент, набор витаминов, всех веществ и все, что нужно, все в одном флаконе. Шоколад, полезная еда, парфюмерия, бытовая техника уже пошла, чайники, там, блендеры, не знаю, уже обувь, сезонные товары для волос. Короче, ассортимент просто огромный. Как сделать, вот как выбрать, не растеряться, сейчас я вам дам сразу технику. Вот это тоже, кстати, относится к еще одному способу экономии. Для того, чтобы не покупать лишнего, нужно составить план. Просто вот сейчас я расскажу. Сделать нужно, пролистать, во-первых, весь каталог внимательно. То есть не просто там быстро пролистать и тыкнуть три позиции, которые я всегда беру, и то они у меня еще с прошлого раза остались. А внимательно сесть и пролистать каждую страницу каталога, посмотреть, что вы в принципе можете здесь купить, для того, чтобы сфокусировать внимание, сосредоточиться. Далее, сделать ревизию дома. Я понимаю, что у вас есть стиральный порошок. Я верю, что у вас есть зубная паста, шампунь и одежда, скорее всего, у вас тоже есть. Но они же не возобновляются из вечных каких-то источников. Они же заканчиваются, одежда снашивается. Вы в одних ритузах не ходите всю жизнь. Вам все равно придется это покупать, хотите вы этого или нет. Просто заранее сделайте ревизию и прикиньте на 2-3-5 каталогов вперед, почему это важно и чем это вам поможет, мы сейчас поймем дальше в ходе вебинара, я вам расскажу. И вы просто дома сделаете ревизию, посмотрите, что у вас в ближайшее время закончится. Костюм спортивный вы, может быть, там через 3-5 месяцев можете купить заранее, запланируете. Подарки сейчас вот будут на февраль, на март, можно это тоже заранее все запланировать. Сделайте таблицу покупок на 3-5 месяцев. И еще ловите товары по акциям со скидком. Плюс программа Faberlic Like тоже при регулярных покупках. Вы еще будете дополнительно экономить. С этим мы уже вопросом разобрались. Пример Ольги хотел рассказать, но давайте чуть попозже про пример Ольги расскажу. Напомните мне, если что. Пример плана на несколько месяцев. Вот смотрите, как его можно сделать. Например, вот. Девушка-домохозяйка планирует себе закупки. В этом каталоге мне нужен стиральный порошок, тональный крем для мужа, гигиена, там пена для бритья, бальзам, шампунь, гель для душа, пара толстовок детям, теплые тапочки для детей. В следующем каталоге закончится, она уже примерно понимает, средства для посуды, для мытья полов. Как раз там будут продукты эти со скидкой, плюс можно будет взять витамины омега-3-6-9, которые тоже будут со скидкой 40%. Но мы можем следующий каталог посмотреть и это все заранее предвидеть, определить. В третьем каталоге будет скидка на аппарат Dennis Cardio, возьму его маме и всей семьей заодно будем пользоваться, здоровье поправлять. Это лучше, чем ходить по аптекам и тратить деньги на лекарства, которые не только не помогают, но еще и гробят вас, от которых почему-то люди помирают раньше времени, да, зачем это доводить. Также будет скидка на Faberlic Like, возьму белковый коктейль со скидкой за 800 рублей. А в четвертом каталоге будут праздники, наберу подарков там для знакомых, для друзей, спортивный костюм себе и мужу на весну возьму, там, к примеру, да, на Like возьму какой-нибудь крем шикарный из корейской серии или серии Platinum, который стоит там 1500-2000, возьму за 600. То есть просто переносим свои покупки, то, что вы каждый день покупаете, огромнейший ассортимент, мы все это можем взять и перенести в магазин Faberlic, в онлайн-магазин, не выходя из дома, зашел на сайте, никакие не вирусы, нигде там не надо лазить, выбирать, хвататься на полках, там кто это все возил, кто на них чихал и кашлял, неизвестно. В онлайне купили, пришли в пакетики запакованный товар, свой получили и ушли домой благополучно. Далее едем. Выгода номер 4. Это вообще просто самое интересное. Кто считает, что стартовая программа у нас это супер, тоже в чат лайки, что-нибудь ставьте, плюсы, восклицательные знаки, палец вверх. Стартовая программа.
шаг со второго по девятый. То есть про первый шаг я сказал, это подарок, да, у нас был. То есть когда вы делаете первую покупку, вам при второй покупке в следующем каталоге идет подарок. Стартовая программа по тому же принципу. Во втором, то есть в первом заказе, в первом каталоге зарегистрировались, сделали заказ, во втором получили подарок. Во втором вы сделали заказ, получили набор со скидкой, сейчас расскажу. Дальше во втором, третьем сделали заказ, в четвертом получили следующий набор. Вот вы картинки наборов видите на экране сейчас. То есть во втором шаге вы получите два парфюма на выбор из 12. Далее там будет следующий стиральный порошок и пятновыводитель, набор кремов, набор декоративки, 5 штук товаров из бытовой химии, потом шикарная серия кислородной косметики, опять более дорогая, декоративка шикарная. В конце вообще 2 парфюма, 2 геля для душа, и все это на каких условиях? На самых, что ни на есть, простых. Есть 2 варианта участия в стартовой программе. Полностью автоматом вы по ней идете, если делаете минимальную покупку на сумму либо 2499, либо 4999 в ценах каталога, то есть без скидки. Сейчас разберемся, да, в чем выгода. Смотрите, то есть за весь период каталожный вам достаточно сделать вот на эти суммы заказ. Разница в том, что если вы берете на 2499, ну, 2500, скажем, упрощенно, во втором периоде, да, то есть, к примеру, то в третьем вам выпадает вот этот набор, который я вам показал, каждый, за 299 рублей. 299 рублей за набор продукции, понимаете? 5 штук средств бытовой химии для печек, для стекол, для ванны, там еще за 300 рублей. Вы в каком-нибудь магазине видели такие акции? Ну, ладно, бытовая химия, там, декоративка. 2 парфюма, 2 геля для душа за 299 рублей. Нигде вы не найдете вообще такого никогда. И при втором варианте, если вы делаете также просто заказ на 4999, то, соответственно, тот же самый набор вы вообще за 99 рублей получаете. То есть каждый из этих наборов, каждый последующий период вы получаете за 100 рублей, грубо говоря. Соответственно, вы на все вот эти вот 8 наборов считаете, пройдете их, да, и получите за 792, по-моему, рубля 8 этих наборов. Прибыль по стартовой. Стоимость этих 8 наборов в каталоге 13 860 рублей. Ну, вот сами прикиньте, да, у вас 8 наборов. Ну, минимум даже, если взять один набор 1000 рублей, хотя они, ну, по факту немножко там дороже получаются. Ну, вот те же 2 парфюма, да, там 4 средства декоративки. Все вот это просуммируйте, 13 860, и если вы идете по стартовой, в первом варианте, если вы по 2500 хотя бы делаете заказ, то вы всего за 2 392 рубля получите весь набор, который стоит почти 14 тысяч. Посчитайте сами прибыль. А если вы делаете на 4999 каждый каталог заказ, то вы вообще всю вот эту вот огромную корзину получаете меньше, чем за 800 рублей. Ну вот это не подарок ли, скажите мне? Причем здесь собраны самые хитовые продукты. Далее, выгода номер 5. Привилегированный покупатель. Чем больше покупок вы делаете, тем больше прибыль у компании. Соответственно, компания говорит вам, ну, голубчик, спасибо тебе, ты приходишь, делаешь покупки только у нас, наша прибыль растет, и мы можем больше денег тебе возвращать за это. Соответственно, вот личный объем 50 баллов дает нам возможность дополнительной скидки еще 6%. То есть не 20% у вас будет скидка на все, а 26%. Ну, кроме одежды, аксессуаров, на остальные все товары 26% весь следующий каталог. То есть в этом каталоге сделали 50%, в следующем у вас на все 26% скидка. Дополнительно у вас еще скидка 30% на одежду, нижнее белье, точнее, флоранж в следующем каталоге. Соответственно, плюс к этому у вас пройденный шаг стартовой программы, вы получаете набор в следующем каталоге за 99 рублей и возможность получать зарплату на счет.
То есть если вы еще там порекомендовали 2-3-5 друзьям, они сделали тоже покупки, вам компания еще и платит деньги. Вам на счет доплачивает за то, что вы сделали личный объем и делали, порекомендовали друзьям. Но, друзья, если вы смотрите в записи, уточняйте, вот эти акции могут меняться, какие-то могут быть новые, могут старые, в зависимости от того, ну, сейчас действуют эти, но могут какие-то изменения произойти, но в любом случае все равно какие-то похожие, подобные акции будут продолжать действовать. Ну, выгода номер 5, 100 баллов. Чтобы не затягивать, быстро пробегусь. Дополнительно к тому, что за 50 баллов все то же самое остается, плюс к этому вы получаете на личный счет скидку за ваш товарооборот 150 рублей. Если вы еще привлекаете друзей, рекомендуете их, они тоже регистрируются в вашу группу, вы еще и с них получаете зарплату, об этом чуть позже. Вы участвуете в программе VIP-консультант, у вас есть возможность получать продукты со скидкой 70%, то есть это дополнительно к лайку вы будете еще и второй получать продукт, а если регулярно это делать, то и там два продукта еще, и плюс лайк, то три получается у вас будет продукта со скидкой 70%, это вообще, не знаю, подарок судьбы просто. Плюс вы получаете возможность, вам компания будет подкидывать клиентов в вашу структуру, и вы участвуете в закрытых распродажах. То есть там тоже отдельная группа товаров, довольно большой список с хорошими скидками. Вы можете туда попадать как VIP-консультант, если у вас 100 баллов личного объема. Я знаю много людей, которые сразу начинается каталог, они сразу список составляют. В принципе, ну, на семью сами посчитайте, вот, сколько вы тратите на семью в разных магазинах. Вот у меня, ну, допустим, взять на 3-4 человека там, ну, меньше 10 тысяч не уходит. Одежда, бытовая химия, сейчас еда пошла, товары какие-то для дома, гигиена, там, шампуни, не шампуни. Ну, не получается меньше 10. Просто свои покупки перенесли сюда, делаете их регулярно, и вас заваливают тут и подарками, и деньгами, не знаю, только чем еще. 6-я выгода – это супер предложение в каждом каталоге. Вот пример Ольги, который я вам, да, хотел рассказать. Смотрите, Ольга, моя знакомая, жена моего друга, скинула заказ, там у нее было порядка 10 позиций, ну, она полистала каталог, говорит, ну, нормальные цены, давай вот это вот мне закажи. Я захожу, сравниваю, беру текущий каталог, через 3 дня новый начинается. Открываю новый каталог, следующий, смотрю, там 5 позиций из 10 со скидкой порядка там 20%. Даже, наверное, больше, ну, точно не считал, но суть в том, что в следующем каталоге я просто посмотрел, там акции на то, акции на сё, здесь возьми 2, здесь купи вот это, и будет тебе скидка. И я только за счет вот этих вот предложений в каталоге сумел ей снизить стоимость заказа на 400 рублей. Там заказ был на 1600, я ей на 400 рублей скинул только за счет того, что вот каждый каталог, вот эти акции, скидки, предложения. То есть это все делается для консультантов, для клиентов. Берите, пользуйтесь, пожалуйста. Поэтому вот тоже дополнительная выгода. Все это можно учитывать, заранее планировать. Потом смотрите, о, со скидки товар, он у меня в списке есть, берем и так далее. Теперь самый изюм на закуску. Посчитаем, мы перенесли вот все свои покупки, допустим, да, и вот я уже задавал вопрос, сколько семья тратит в месяц на покупки. Давайте, чтобы было честно, вот напишите в чат, сколько в среднем вот у вас на семью уходит, ну, если не про Фаберлик говорить, а вот вообще в обычном магазине, да, то, что вы покупаете в среднем, вот, ну, бытовая химия, одежда, напишите в чат. Сколько вы вот расходуете, ну, в среднем за месяц на семью? Одежда, там, косметика, парфюмерия, бытовая химия, гигиена и так далее. Ну, вот такие товары, да, то есть повседневного необходимого спроса. Сколько у вас там? Я не думаю, что меньше 5-6 тысяч уйдет. У кого-то 8 будет, да. Напишите в чат. Я пока продолжу. Смотрите, я за основу взял, ну вот минимальное 5 тысяч.
На 6 месяцев сделаем расчет, да, то есть вот, допустим, семья тратит 5 тысяч в месяц, и за 6 месяцев, ну, расход 30 тысяч. А что будет, если мы грамотно используем акции в магазине Faberlic, то есть все то, о чем я вам сейчас рассказал, если мы сейчас это просуммируем и давайте посчитаем. Причем возьмем с запасом, рассчитаем 9 периодов с покупками на 5 тысяч, то есть не на 6 месяцев, а на 9 даже возьмем периодов. И за 9 периодов по 5 тысяч, это мы на 45 рублей, да, 45 тысяч, вернее, в общей сложности мы тратим. Что получается? Какая экономия? Смотрите, 45 тысяч минус 20%. Это уже 36 тысяч рублей к оплате, да, то есть взяли на 45, заплатили 36. А подарок за заказ получили еще минус 1500. Товары по акции Like дополнительно, ну, по 500 в среднем я посчитал скидку, не знаю, у вас разные будут, конечно, там товары, кто что возьмет. Ну, в среднем за все время, за 9 периодов, 500 на 9, 3500. На 8, наверное, я посчитал. Или на 7. То есть сколько? 3500 разделить на 500. Это я за 7 периодов, потому что лайк, да, лайк, он начинает с третьего периода действовать. 3500. А по стартовой программе мы уже посчитали, что вы взяли товаров на 13 860, заплатили 792 рубля. То есть к этим 45 тысячам вы добавили еще на 13 860 товаров, набрали вот такую гору, а заплатили 800 рублей. А, понятно, думаю, с этим. И дополнительная скидка за объем, то есть не 20%, да, как я вначале посчитала, 26 у вас будет, это еще плюс 3000 экономии. И акционные товары, ну, в среднем я скинул минус 10%. Оксана Туренко пишет, не знает, сколько тратит в магазине. Ну, оно и понятно. Я тоже не знаю, я поэтому вас и спросил. Я все беру в Faberlic, и, ну, вот такая сухая математика, да, сейчас. Ну, для примера взял, вот, что 5 тысяч в обычном магазине люди тратят, да, и сколько мы на эти деньги возьмем в Faberlic товар. Сейчас посчитаем. Акционные товары минус 10% выгода. И, ну, я взял в среднем, ну, что где-то, конечно, там больше, но не все товары по акциям. Ну, примерно половина товаров там со скидкой 20%. В среднем, короче, я взял минус 10% еще дополнительной скидки. Это 4500 от нашей суммы в 45 тысяч. Далее. Иными словами, получается, что мы взяли товаров на 79 568 рублей, а заплатили 45. То есть, еще раз. Мы взяли товары на 45 тысяч, мы получили скидку от этой суммы, да, от 45, мы получили дополнительно к этим товарам еще подарок за 1500, мы дополнительно еще получили за 800 рублей 8 штук наборов, которые стоят 13 тысяч рублей, и выбрали часть товаров по акциям на 4500 скидка. Ну, то есть, вот, я думаю, логика понятна. То есть мы получили товаров, вот это все просуммировав, на 79, ну, на 80 тысяч, 35 тысяч мы получили чистой выгоды и заплатили 45. Да? То есть насколько больше у нас получилось товаров, потом мы берем все то, что нам необходимо каждый день. Второй вариант – это мы те же заказы, ну, берем не на 45, не на 4, 9, сколько там, господи, 4999 я в первом варианте считала. Сейчас вот второй вариант, когда мы берем по 2500 каждый период, ну, чтобы участвовать в стартовой программе, да, во втором варианте. А, соответственно, мы доплатим за 9 периодов 22500. Да. За 9 периодов мы заплатим 22500 минус скидка, а мы получим подарок, мы получим товары по акции Like. Мы стартовую программу пройдем, и здесь мы 11 460 скидки получим выгоды, потому что там мы заплатим 2 с копейками, да, за 8 наборов. Они нам по 399 каждый достанутся. И акционные товары еще минус 10%. Итого мы получим товаров на 45 710, а заплатим всего 22 500. Наша выгода 23 210 рублей.
Поняли, да, вот про эту экономию я вам говорил. Вот такая нехитрая математика. Я думаю, что достаточно тут все предельно понятно. И еще пару выгод у нас осталось напоследок, на закуску. Партнерская программа. Что такое партнерская программа? Пришли вы в кафе, да, посидели, покушали. Официант приходит, говорит, вам понравилось? Понравилось. Вкусно ли было? Вкусно. Еще придете? Приду. И официант вам протягивает визитку, говорит, вот поделитесь, пожалуйста, со своими друзьями, вот этой визиточкой, да, там, к примеру, они с этой визиткой к вам придут, а мы вам в следующий раз сделаем скидку, там, или переведем там на счет, например. То есть вы рекомендуете заведение, магазин, какое-то там предприятие своим друзьям, друзья приходят, платят денежку и получают услугу, а предприятие вам дарит скидку, бонус, деньги, там, ну, какие-то поощрения за то, что вы порекомендовали их друзьям. Так, Валентина Михайловна нам тут пишет, что многие не считают свои расходы в магазине и даже не догадываются, сколько можно экономить, изменив свой магазин на магазин Faberlic. Вот именно об этом, да, я почему и назвал наш вебинар «Секретные техники, да, экономии», потому что они не столько секретные, сколько неочевидные. То есть их никто ни от кого не прячет, с одной стороны, но с другой стороны люди не догадываются. Именно поэтому я все это систематизировал, собрал здесь, чтобы люди поняли на примерах, на конкретных. Я вам здесь раскладываю в цифрах. Все, вот, пожалуйста, смотрите, вот. Вот куча товаров в магазине, где вы пришли, отдали деньги, и все, до свидания, денежки. И вот магазин Faberlic, где вы пришли, заплатили деньги, а вам компания в следующий раз говорит, вы нам берете много, мы половину вам вернем, пожалуйста, выбирайте товарами. Вопрос, какой магазин выбрать, да? Я думаю, все очевидно. Далее, значит, едем. Партнерская программа, выгода номер 7. Приглашает друзей, получает деньги. То есть, в принципе, все вот эти партнерские программы, которые сегодня используются магазинами, кафе, ресторанами, парикмахерскими, это все изобретение сетевого маркетинга, которое плавно перекочевали в общественные вот эти все заведения. И наша партнерская программа – это расширенная партнерская программа, потому что здесь не просто переведи друга и получи процент, но и ты привел друга, друг привел еще 10 друзей, и все это учитывается в программе, и за все вы можете получать процент от товарооборота всех людей, которых привели и вы, которые привели ваши друзья, которые вы порекомендовали, они порекомендовали. И все это делается сегодня намного проще, то есть не надо никого ходить уговаривать, не надо никому ничего продавать, достаточно просто порекомендовать. Вот на картинке видите телефон, в мессенджере зашли на сайте, скопировали ссылку в магазине Faberlic, отправили 10 друзьям, не друзьям, в соцсети, знакомым, незнакомым, порекомендовали, попробовали, поделились впечатлениями о продукте, да, поделились об этих акциях, о которых я сейчас рассказываю, о выгодах. Люди сами пошли, сами начали пользоваться, а вы получаете пожизненный процент. Без всяких продаж, можно на совместных покупках. То есть партнерская программа – это 7-я выгода. И сейчас я вам расскажу вот историю Даши и Ани, которые начали сотрудничество с компанией Faberlic. И одна из них добилась определенных результатов, а другая не добилась. Мы узнаем сейчас, почему. Это вот интересные и поучительные истории. Что делала Аня? То есть, ну, есть вот эти акции, да, есть вот привилегии, о которых я рассказываю вам, да, и человек понимает, что если я сейчас приглашу друзей, мне будет выгодно, да, то есть и Аня игнорировала обучение, она никого не слушала, она посчитала так, сейчас мне надо притащить 10 человек, и я буду деньги получать. И всех силой начинала тянуть в компанию, пошли со мной, тебе это нужно. Или набрала там вагон продукции, ходила ко всем, приставала, купи помаду, крем там, давай. И люди через какое-то время начали от нее шарахаться. Что делала Даша?
Она вызывала внимание у людей. То есть она прежде всего разобралась с этими акциями, она поняла, что действительно есть смысл, да, то есть порекомендовать, если открыть людям глаза и показать, что ваш магазин – это просто куда вы относите деньги, место, а вот здесь вы можете инвестировать в свои покупки, вам предлагают выгоды, компания предлагает, говорит, мы с вами поделимся, если вы будете нам помогать, мы вам часть прибыли отдаем. То есть это возможность строить бизнес, привлекать людей профессионально, грамотно, вызывая интерес, делая акцент на вот этих выгодах. И Даша разобралась с этим всем и начала пользоваться, да, то есть этими возможностями. Аня тащит силой, бегает сумками, пытается продать насильно, не разобралась с акциями, просто пытается впихнуть продукт. В результате люди ее обходят стороной, то есть уже которые знают, да, что если с ней встретишься, она либо что-нибудь продашь, либо живым от нее не уйдешь. А Даша, как я уже в принципе перечислил, разобралась в акциях, перенесла покупки в магазин Faberlic, рекомендовала магазин своим друзьям, делится со знакомыми готовыми ссылками в мессенджерах, то есть все инструменты для рассылок, лендинги, картинки, ссылки, все готовое. Берите просто, вот рассылайте знакомым, рекомендуйте, информируйте об акциях, люди сами к вам придут и будут пользоваться, вы за это будете получать бонусные деньги на счет. Она получает проценты от покупок, оплачивает свои покупки бонусными деньгами и подумывает о старте собственного бизнеса совместно с Faberlic. То есть строение бизнеса – это уже следующая отдельная тема. Если вам интересен дополнительный доход, то обращайтесь к наставнику, который вас пригласил, да, и он вам подробно расскажет. Сейчас я не буду погружаться, у нас сегодня другая тема, но должны понимать, что у каждого абсолютно есть возможность строить бизнес просто вот на партнерской программе, на элементарной рекомендации магазина, который вот там иди и купи, пожалуйста. Выгода номер 8 – это история моего наставника. То, о чем я говорил выше, собственно, построение бизнеса. Мой наставник пришла в компанию в самом ее начале, в 97 году, когда было 12 позиций кислородной косметики. В то время она работала в школе учителем и просто рекомендовала вот товары магазина Faberlic. Ну, она оценила качество, ей они нравились, плюс она патриот, компания российская, и вот она взялась рекомендовать магазин, при этом работала учителем в школе. Никакого экономического образования, никаких знаний, продаж и в помине не было никогда. Ну, она начала постепенно расширять свой круг знакомств. Она постепенно обучалась бизнесу. Через какое-то время она заметила, что доход ее бизнеса превышает доход от основной работы в школе, и она ушла, естественно, оттуда, чтобы одно другому не мешало. Теперь она путешествует по миру, купила автомобиль, построила дом на даче, а бизнес свой она передаст по наследству, потому что, ну, она уже пенсионер, и, тем не менее, есть возможность этим делом заниматься. И самое главное, что она может передать этот бизнес по наследству своим детям. Это вообще тоже отдельный уникальный случай. Что нужно делать? Преимущество бизнеса в MLM коротко. Собственный график времени на обучение дается. Возможность совмещать с основной работой. Это современная модель бизнеса, новый опыт с бесплатным обучением. То есть вы приходите и пробуете, получится, не получится, разбираетесь, вас никто никуда не гонит, никто не заставляет. Вы просто, ну, как бы вот себя пробуете, учитесь делать бизнес. Это шикарная вообще школа, это то, зачем я пришел, научиться вести бизнес. Бесплатно, вы нигде не получите наставника и школу, и все, чтобы вас учили бизнес, и вы никому не нужны, кроме, вот, пожалуйста, сетевой маркетинг. Это новое окружение, знакомство по всему миру. Вот сейчас у меня во многих городах России и даже за рубежом есть знакомые, друзья, и это прям очень многого стоит. Важное преимущество, что можно просто попробовать. Ну, не получится у вас, ты ради бога, вы не вкладываете ничего, кроме собственного времени, но даже вкладывая время, вы получаете новые знания. Делать работу, бизнес можно, не выходя из дома, доход у вас не ограниченный, вы предлагаете качественный продукт,
заниматься можно этим бизнесом без стартового капитала и без опыта работы или с любым там опытом, какой у вас есть. Почему не попробовать? Ну, я не вижу причин отказываться. Что делает мой наставник, да, то есть что делают люди, которые строят бизнес в сетевом маркетинге? Они рекомендуют магазин, то есть то, что мы описывали, да, уже выше, информируют покупателей о новых акциях, помогают им разобраться, не обучаются новым методам работы, применяют их и помогают другим людям строить бизнес. То есть это как руководитель продаж по партнерской программе, да, то есть он сначала начинает сам, как в отдел продаж, да, приходит человек, сначала сам там тренируется, что-то делает, разбирается, потом подрос, потом стал начальником отдела продаж, и у него уже есть свои продавцы, которых ему нужно обучать, ставить им планы, показывать, что делать, мотивировать их как-то, то есть управлять этими людьми, делать так, чтобы они зарабатывали деньги, и он сам на этом зарабатывает. То есть этот путь может пройти каждый. То есть далее вы уже работаете не вы, а работает ваша команда, которую вы нашли, привлекли, обучили, научили и так далее. Все предельно просто. Вот такие выгоды есть абсолютно у каждого. Итого, подведем итоги, 8 штук. Первое. Принцип прямых продаж. Да, то есть вот, список всех выгод, о которых мы сейчас проговорили, еще раз напоследок, на понимание. Первая выгода. Принцип прямых продаж. Компания всю прибыль получает себе. Отсюда более высокий, дорогой по себестоимости продукт, при этом качество выше, а цена, как в обычном магазине. Вторая выгода – это подарок за первый заказ. Компания предлагает, попробуйте, мы за это вам даем подарок, убедитесь в качестве и пользуйтесь, пожалуйста. То есть только за то, что вы попробовали, мы дарим вам подарок. Третья акция Faberlic Like. Постоянный покупатель. Если вы пользуетесь постоянно, компания вас за это поощряет и дает вам один продукт со скидкой 70%. Стартовая программа на 2500, либо на 4999. Каждый каталог делаете, не пропуская заказы, первые 9 периодов получаете набор стоимостью 13, там почти 14 тысяч за меньше, чем за 800 рублей. Дополнительная скидка за объем от 50 баллов. Просто перенесли магазин, продукты, покупки из магазина, где берете обычно магазин Faberlic, где есть все вообще, все уже, даже еда уже появилась, уже даже чайники пошли, все есть. Просто берите, пользуйтесь, вы покупаете гораздо больше, чем на 5 тысяч те же. И вот вам выгод, я написал на 30 с лишним тысяч. Товары по акциям, всегда каждый каталог новые акции, новые скидки. Партнерская программа, возможность порекомендовать друзьям, друзья придут, начнут пользоваться, и вы начнете получать деньги от компании, которые будете выбирать продукцию, бесплатно вообще будете получать продукт. И получение дохода, если вам интересен дополнительный заработок, построение своего бизнеса, есть возможность у каждого абсолютно, берите, пользуйтесь. Вот такие 8 выгод. Ну и напоследок, что нужно сделать прямо сейчас? Прямо сейчас. Если вы новичок, особенно только пришли в компанию, и я не знаю, и у меня все есть, я не знаю, зачем покупать, прямо сейчас берите, листайте каталог, если у вас его нет, обратитесь к наставнику, зайдите на сайт, там есть электронная версия. Сделайте ревизию дома, составьте план покупок. Найдите актуальные предложения по вашему списку из того, что вам нужно, что сейчас идет со скидкой. Сделайте заказ, получите подарок, потому что в конце каталога его уже не будет. А если 3 каталога пройдет, вы заказ не сделаете, вас вообще вычеркнут, и не будет у вас ни подарка, ни скидки, ни возможностей всех, которые я сегодня перечислял. Поэтому прямо сейчас, пока не забыли, заходите, делайте заказ, оформляйте. Он приходит, получите свой подарок, порекомендуйте друзьям, попользуйтесь продукцией, найдите, что вам нравится, поймите, в чем преимущество, поделитесь своими впечатлениями с друзьями, они придут, тоже получат подарок. Не утаите от друзей эту возможность. Подарите им подарок, подарите себе подарок. И узнайте у наставника, с чего начать строить бизнес. Я думаю, что деньги вообще лишних никому не бывает. На этом у меня все. Если было полезно, ставьте плюсики в чат, в комментариях. И приятных вам покупок.
До встречи на сайте Faberlic. Всем спасибо. Всем пока.